лучше говорить вот этим людям, которые нам скандируют «уходи» или «хлусня», или «мы такие бедные, несчастные», или считают свои синяки и выставляют, раздеваются, выставляют все в интернет. Лучше им говорить так: «Чемодан, вокзал, Варшава». «Чемодан, вокзал, Варшава». «Чемодан, вокзал, США». Вот так вот. И пусть они все идут, туда работают, учатся, смогаются там со всеми. Пусть сначала борются с собой. С собой борются, не со страной. А мы свою страну отстоим. Спасибо большое.